Всем здравствуйте, меня зовут Лена, и сегодня мой отзыв будет о таком чудеаппарате, как Денос ПКМ шестого поколения. Здесь встроены 24 программы, в том числе и детский доктор. Сейчас я вам покажу, что это такое. Встроенный электрод, работает он на двух батареек, очень удобно вмещается в руку, то есть удобно брать с собой в путешествие, в любые поездки, то есть он всегда с нами. На клавиатуре кнопочка, благодаря которой включается сам аппарат. Здесь программы, вот они встроены, то есть очень удобно, понятно. Нажимаем ОК и смотрим, какие программы. С помощью этого аппарата у нас очень много отзывов в семье. Боли любные, зубные боли, головные боли, если боль в позвоночнике, спина болит очень сильно, гинекология, да, гипертония, голова болит тоже, да, гипотония, нормализует давление очень хорошо. Горло, когда болит вот у детей, да, у взрослых, тоже результат у нас потрясающий вообще, очень. Кашель помогает убрать, сухой или влажный, неважно. На еремную ямку ставлю, а потом уже на подбородок. Дальше насморк мы лечим, на пальчики ставим детям. Тоже дальше, вот видите, сколько программ, тошнота вот в самолетах, в машинах, если детей, допустим, тошнит. Мне больше нравится программа, которая, вот детский доктор, да, это она предназначена для того, чтобы пока ребенку дал, допустим, этот аппарат, чтобы он подержал сам, допустим, когда работает, вот, чтобы током его, не дай бог, через этот электрод не ударило, если он случайно нажмет на кнопки, да. Здесь есть программа, можно выбрать, и, соответственно, кнопки блокируются, и просто-напросто током его не ударит. Это очень-очень удобно. Вот, температуру снижаем мы, никаких таблеток парацетамола мы не пьем. Мы просто, я выставляю программу, частоту 77, и в зависимости, если это ребенок, например, да, то... Ну, ставлю 7, вот мощность, и на минут по 30 секунд, точнее на локтевой сгиб на одной руке, потом на другой, также коленные, получается, сгиби под коленками по 30 секунд. Если у взрослого, вот мы температуру у мужа снижали, то тогда мы ставим на все места, где вот близко проходит вена, то есть это на запястье, под мышками, где вены на шее у нас проходят, точно так же на локтевых загибах, вот, то есть смотрим, и обязательно, чтобы это все было параллельно, тогда через минут 10 можно измерить температуру, и она, конечно же, снижается. Это результат потрясающий вообще, чем употребление каких-то таблеток. Плюс очень хорошо помогает при гипертонии, гипотонии тоже восстанавливает, нормализует давление. Также можно здесь сделать скрининг, ну и мы больше вот используем как вот снижение температуры. И мы лечили бронхит с помощью этого аппарата, нам назначили антибиотики, а мы вот вылечили благодаря этому аппарату, поэтому я без него, если честно, никуда не выезжаю, поэтому просто рекомендую, чтобы в каждой семье он обязательно был в наличии, он есть, поэтому заказывайте обязательно, он вам прослужит не один год, а много-много-много лет, и вы будете радоваться этой покупке. Поэтому всем приятных, а также выгодных покупок с компанией Faberlic.